Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Здравствуйте, дорогой. Продолжим сегодня разговор о военном столкновении. Даже мы говорим «Франция, Франция напала на Россию». Это не совсем верно. Да. Мы читаем «Нашествие 20 языков», то есть 20 народов в 12 году. И действительно, коль скоро Наполеон был хозяином положения практически во всей Европе, кроме Британии, ну и скандинавских стран. Да. Так он это положение использовал в своих интересах. И войска, которые он вел, в значительной мере, ну, меньше, чем наполовину, но все-таки около половины составляли другие народы. Тут дело не только в численности. Просто, видите, интересный момент. Сейчас нам трудно поверить, но тогда французы были очень отважными воинами, они рвались в бой, его гвардия была вообще считалась непобедимой. И надо признать, что в боевых своих, так сказать, качествах и австрийцы, и пруссаки тогда им уступали. Тогда французы были действительно храбрыми воинами. Но, конечно, одними своими силами они не могли выступить против такой огромной страны. Там были еще, кроме пруссаков и австрийцев, и голландцы, и хорваты, и даже испанцы. Вот смотрите, Испанию Наполеон безуспешно пытался полностью покорить, он занял ее, но она не покорялась. Некоторых испанцев брали насильно, прямо как рекрутов, да, вот в армию. Ну, конечно, ожидать от них успехов было затруднительно. Но был, например, польский корпус, который, кстати, отважно дрался на Бородинском поле, но русские кавалеристы нанесли ему очень сильно. Это племянник бывшего короля польского Иосиф Понятовский, кстати, маршал Франции. Но вот они тоже сражались, надеялись, что им тоже что-то перепадет от этих побед. Да, вот это, с тех пор идет это франко-польское какое-то единство, которое потом реализовалось в 1939 году. Да, да. Ну, так или иначе, интересный вообще этот вопрос, мы, наверное, сейчас не готовы на него ответить, в какой мере национальная, так сказать, национальную окраску носили именно боевые действия, кто из, какое из воинских соединений, какой нации участвовали со стороны французов, понятное дело, в какой мере участвовали в каких сражениях. Вот мы переходим, собственно, к Бородинскому сражению, как ключевому моменту вообще всей ранней истории, ну, начала 19 века. Знаете, еще до Бородина тут надо вот что сказать. Наполеон вообще-то здесь показал себя, вот он действительно, у него было авантюрное начало. Он изначально шел на такие дела, которые при обычном, как бы, раскладе, они были безнадежны, они были слишком опасны. Он выступил на Россию, несмотря на то, что Швеция осталась в стороне, как я уже говорил. Османская империя заключила мир. И 200 тысяч с лишним войска он держал в Испании, потому что Испания не покорялась. И при всем том, имея такие, так сказать, тылы, он решился напасть на Россию. Дескать, победа все оправдает, победа все, так сказать, покроет. И более того, пруссаки и австрийцы, которые несколько раз воевали с ними, не горели желанием воевать. Прусские части он выдвинул на северо-запад в направлении Петербурга, но он не собирался туда наступать. На юго-восток он в сторону Киева выдвинул австрийские части, но они фактически в войне активного участия не принимали, а австрийцы даже еще, так сказать, задним числом передали российскому командованию. Мы где только зайдем немножко на вашу территорию, вы нас не трогайте, а мы наступать в любом случае не будем. Даже если Наполеон будет иметь успехи. И потом второй раз это подтвердили. И как только, кстати, война повернулась в другую сторону, они вышли из нее и повернули оружие в сторону. Да. Поэтому Наполеон нанес удар по центральному направлению, в сторону Москвы. Он понимал, Москва – это сердце России. Он думал, что если Москву взять, то это приведет к окончанию войны. Но, да, и он, кстати, добился еще чего, что он сумел на первом этапе расчленить русские войска. Одна армия во главе с Барклаем де Толли, да, князем Барклаем де Толли, видным военачальником, который, кстати, и план войны разработал.
отступать, за, так сказать, заманивать вглубь территории, изматывать. И этот план выполнялся. Она шла, так сказать, с севера, другая отступала во главе с генералом Багратионом на юге. И только у Смоленска они смогли наконец соединиться, что, конечно, затрудняло оборону. Но там был вот какой интересный момент. Когда Наполеон достиг Витебска, а это были большие территории Речи Посполитой, это земли белорусские, но они же под польским управлением долго находились, он остановился и целую неделю стоял в Витебске и даже заявлял, что на этом война кончена. Он уже начал чувствовать, что что-то тут не так, что тут может быть неудача. Однако, поразмыслив, он заявил, что нет, надо дойти до Москвы, ведь русские же не сдадутся, и он не удержит эти позиции, если, так сказать, на этом попытается закончить. И он пошел дальше на Москву, а командующим все еще был Барклай де Толли. Он не давал генеральных сражений, он отступал. Это вызвало страшное возмущение. Вообще, боевой настрой обеих сторон был удивительный, особенно у французов, так сказать, с наполеоновской стороны и, ну, русских войск, даже ополченцев с другой. То есть, то, не знаю, во многих войнах там дезертиры там есть, легко сдаются в плен, сдают города без обороны. Тут не так. Когда выполняли план отступления, русские офицеры шашками бегали буквально среди своих воинов и отгоняли их не от того, чтобы они назад не побежали, наоборот, чтобы они раньше времени не пошли в бой. Поэтому русское общество уже ждало, когда дадут отпор этой армии. И когда главнокомандующим был сделан Голенищев-Кутузов, да, да, светлейший князь, но он вынужден был дать сражение, хотя бы для того же, чтобы, ну, так сказать, показать, что мы не сдаем просто так позиции. Хотя он видел, очевидно, по дальнейшему ходу войны, что, собственно говоря, затягивая эту кампанию, он будет постепенно ослаблять армию Наполеона и в более выгодных условиях себя усилить. Можно было бы дольше достичь успеха. Но тут сзади была Москва, отступать уже было неудобно. Да, и вот на Бородинском поле произошло это грандиозное сражение. Да, сражение, видимо, беспрецедентное, по крайней мере, вот, ну, мы видим, во время наполеоновских войн сражения бывали, но, наверное, по напряженности, я не знаю, может быть, сравнить с Ватерло. Нет, конечно, нет. Потому что Ватерлоо это когда вторая попытка Наполеона, да, что сказать, да, да, он бежал из плена на острове Эльба, где он находился, не из плена, из ссылки. Он вернулся опять во Францию, на короткое время он там овладел опять столицей, начал было воевать, но это были уже не те войска. Это уже были новобранцы, это было большое войско, но уже измотанное, уже сломленное. Нет, Бородинское сражение чем великолепно? Оно и страшно. Оно, во-первых, имело огромное количество участников. Французов было более 150 тысяч. Это по всем оценкам. По некоторым даже до 180 тысяч. Русских было более 110 тысяч. По некоторым около 130 тысяч. И колоссальные потери. Тут опять очень разные оценки. Мы точно не можем подсчитать. И никто не пересчитывал по головам, да? Но обе стороны, каждая потеряла по 50 примерно тысяч, округленно, да, по 50 тысяч. Там было чудовищное ожесточение. И главное, обе стороны не проявили никакого, как бы, слабости, там, паники. Они рвались в бой. Они сражались, надо признать, не только русские, но и французы. Сражались исключительно храбро. И, ну, это, конечно, нечто грандиозное. Такие потери для тех времен были, ну, не то что редкими, а просто немыслимыми. Когда, ну да, как сказать, можно было сказать, что... В одном сражении 100 тысяч, это и сейчас колоссальные потери. Ну, сейчас другие средства уничтожения. Да, но именно в сражении, когда они воевали, они же сражались, но... ну, только часть погибла там от оружейных, выстрелов от картечи, а многие просто сражались в рукопашную. Холодным оружием, совершенно верно. Да, они пронзали друг друга, они там срубали друг другу голову. Совершенно верно. Это же было что-то невероятное, непредставимое сейчас. И передать ожесточение этого сражения невозможно. И хотя потом Кутузов вынужден был отступить, то есть он мог бы сражаться,
Он решил отступить на совете в Филях. Все выступали почти за то, чтобы продолжать это сражение, дать еще одно генеральное сражение. Кутузов решил отступить, но и после этого французы взяли Москву, да? Ну, это взяли, было... просто вошли в Москву. Да, вошли в Москву. Больше сопротивления они вступили, да, без сопротивления. И вот это казалось переломным этапом. Наполеону казалось, что он достиг максимального успеха. Что русские все-таки дрогнули, что они слишком много потеряли. И он ждал сначала, что ему пришлют каких-то посланников, чтобы заключить мир. Затем он сам дважды посылал к императору. И это бесполезным оказалось. Затем он послал к своего, кстати, посла бывшего в России, Лористона, уже на переговоры с Кутузовым. Тот, кстати, заверил его, что передаст императору. Конечно, да, безусловно. Вот. Но и после этих переговоров Наполеон увидел, что русские на мир не пойдут, а напротив, сделав изумительный по хитрости маневр, потому что русские войска начали сначала отступать по Рязанской дороге, затем они по приказу Кутузова перешли на Тульскую дорогу, а затем и на Калужскую, и на юго-западе от Москвы. Да, дескать, вот что же Наполеон, в Сибирь что ли пойдет? Даже в юго-востоке уже. Нет, юго-запад от Москвы. А нет, они шли в запад, юго-запад, нет, а потом перешли. Они на... с востока, югом перешли к юго-западу от Москвы на Калужскую дорогу. То есть она перекрывала пути на хлебородные земли Малороссии, да? И одновременно она близко, эта дорога, стояла от Смоленской. То есть вот она как бы понуждала французов отойти обратно по Смоленской, да, назад дороге. На Смоленскую. Да, на Смоленск. Потому что идти на Петербург, на север, и там тоже были заслоны. Наполеон был не готов, он понимал, что это нереально, и тем более зима близилась. Да, это уже они в октябре стояли. То есть куда идти на север в октябре, это было немыслимо. И ему пришлось идти опять по Смоленской дороге. Правда, он пытался прорваться на юг. Но это уже... знаменитое сражение при Малоярославце. Да, 8 раз город переходил из рук в руки. Очень ожесточенное, кровавое. В 8-й раз Наполеон его взял, но русские стояли дальше. И он уже не решился сражаться. И началось отступление. Уже был перевес сил в это время, насколько я понимаю. Да, вот за время вот этого в Тарутине, да, под Москвой стоял лагерь, русские накопили громадный перевес в артиллерии, и в это время же сократилась резко численность не столько войска, сколько вот необходимых ему ресурсов. То есть они потеряли много лошадей, много, им не хватало фуража и продовольствия, хотя с запада подвозило, еще была Смоленская дорога под их контролем, но столько было нападений партизан, то есть вот тех, которые организованы были знаменитым героем войны Денисом Давыдовым. Столько было нападений просто обычных жителей, крестьян, мещан, купцов, на фуражиров. Да, на фуражиров, на отдельные отряды, что Наполеон еще до Бородинского сражения говорил, мы теряем без сражения до 100 человек, а иногда больше, в день. Так не может быть больше. Мы должны не поодиночке туда ходить и не малыми соединениями. Мы должны аккуратно все действовать. Давайте, идите большими частями. Но это не помогло. И Наполеон с его великой армией, да, с отважными очень воинами покатился на запад. На запад. Он проиграл еще несколько сражений. Вот чудовищным было поражение на реке Березине. Это уже было холод, это уже лед становился. Да? Им пришлось вплавь почти, так сказать, без подручных средств переправляться. Они смогли это сделать, но не все далеко. Да? Это подробное описание есть. Некоторые считают, что только медлительность двух подчиненных, слабых, впрочем, подчиненных Кутузову генералов, точнее, адмирала Чичагова и генерала Витгенштейна, позволило вообще прорваться Наполеону. Ну и финал был просто устрашающий. Вот эта вот сцена, когда замерзающие, там, обмотанные тряпьем воины Наполеона там умирали. Ну, мы должны здесь вот какую поправку сделать. Холодно было в декабре и русским, и они от холода страдали, да? Но
Но французов, конечно, это было совсем непривычно. Во-вторых, все-таки многие французские, особенно отборные части, не были совсем уж деморализованы, не пытались сражаться. И они не обличали своего императора, да, императора, своего вождя. Они уже с синими губами, замерзающие, говорили, что это просто, ну, природа России, это обстоятельства сложилось против него. Он великий. Они на него не обижались. Очень они важная понимали, характеристика. Да. Наполеона. То есть это было действительно грандиозное предприятие, и тем не менее оно кончилось для Наполеона катастрофой. Он бежал на родину, бросив остатки войск. Ну, мы-то знаем, что это природа природой, но это колоссальное напряжение национальной воли, национальной силы, национальной крови, кровопролитие. Вот это очень важная характеристика вообще нации как таковой. Способность отдать жизнь за близких, да, и дальних. За близких-то многие отдают, а вот за дальних отдай. Вот это и есть сплочение нации. Вот Бородинский эпизод в общем в тысячелетней истории России, это эпизод. Но это в то же время это момент консолидации российской нации. Вот завершение, может быть, или веха на таком многосотлетнем пути создания того национального единства, которое сегодня существует. Да, причем нашим, я полностью согласен с вами, простите, что перебиваю, но причем нашим соотечественникам это надо понимать, что это буквально так. Потому что у многих живущих теперь граждан России, их, да, нынешних вот, жителей России, их предки или помогали армии, или сами сражались, или кто-то из них погиб на Бородинском поле. Причем, заметьте, не только русские по происхождению. Например, исключительно храбро себя показала калмыцкая конница. Платов, граф Платов, один из лучших кавалеристов, очень любил башкир и хвалил их, и что без них не мог на последнем этапе войны башкирская конница. Великолепно себя показала. А вот Денис Давыдов хвалил кого, вы думали? Он был удивлен и восхищен, что многие евреи вступили в ополчение и показали себя очень здорово. И более того, хотя Наполеон их там вовлекал, обещал там свободу дать, но они знали, что это революционер, что это какой-то странный человек, что он там идет против обычаев, им это не нравилось. Так вот, там был такой забавный эпизод, ну, может, и не забавный, так вот, Денис Давыдов представил одного своего храбреца к ордену Георгия Победоносца, но ему не дали, потому что он имел иудейское исповедание. Ну, нельзя же было такой орден давать иудеи. То есть сплоченность действительно была поразительной, да? И это и обеспечило победу. Это и было самим фактом победы, эта сплоченность. Особенно по сравнению с другими европейскими народами, которые приветствовали этого Наполеона со снятыми шапками, а потом уже в 13-14 году успешно вставляли ему штык в заднее место, когда да, его гнали. Да, вот да. Русский народ показался по-другому. Да, это была выдающаяся, великолепная победа и сплоченность всех сословий, всех групп вокруг государя, вокруг русской армии была удивительной. Ну что ж, друзья, давайте теперь до следующего раза мы с вами простимся и дальше будем разбирать, что же произошло в результате Бородинской победы и победы над Наполеоном в целом. Какие плоды, можно сказать, выросли на этой почве. Спасибо вам. Благодарю вас. Всего доброго.